А что такое Gravity Falls? Это песня из мультика. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мне предстоит преодолеть 20 километров от дома до студии органной музыки. Мы продолжаем обучение наших студентов. Решил сегодня поехать на велосипеде. Буду показывать вам, как проходят эти уроки, с большим удовольствием. Ну а пока покажу вам маршрут до студии органной музыки Тимура Халиуллина. Привычная для Белгорода картина. Остановки все обложены бетонными блоками, потому что иногда беспилотники атакуют трассу. Если ехать прямо по этой дороге, можно добраться до Шебекино. Это город, который принял на себя основной удар. Там много строений пострадало, пострадала инфраструктура. Много военных машин можно встретить по пути. Вот одна из них. Все потому, что я еду ближе к границе с Украиной. Очень часто на домах можно встретить флаги. Скоро 9 мая, люди любят вывешивать флаги Советского Союза, России, Знамя Победы на своих домах при трассе, чтобы всех поддержать. Очередное укрытие встречаем по пути. На этот раз это бетонная коробка. Справа от меня за лесом, за этими деревьями, протекает река Северский Донец. Вот проезжая здесь, много раз встречал лис. Здесь водятся лисы. Посмотрите, вот очередная военная машина едет в сторону Украины. Камуфлированная защитной сеткой. Как гласит табличка, до Шебекино осталось 23 километра. Ну, а до Разумного 1 километр. Разумное — это небольшой поселок в пригороде Белгорода, который получил название от речки. Сейчас я буду ее проезжать. Военные повсюду. Все проезжают это место. Оно выглядит, конечно, устрашающе, но красиво. Это наша белгородская тюрьма. Вот купола тюремной церкви. Снимать здесь запрещено. Полицейские. И военные здесь блокпост. Меня могут остановить. Совсем недавно меня оштрафовали за переход на красный цвет в Петербурге. Если оплатить штраф вовремя, то скидка 50%. Здесь же находится наш знаменитый белгородский зоопарк. Кстати, зоопарк появился по инициативе и при поддержке того же человека, при поддержке которого появился орган и студия органной музыки. Это Владимир Федорович Зотов. Надо бы тоже заехать велосипед помыть. Вот я и выехал из Белгорода. Граница Белгорода и Разумного как раз проходит по течению речки. Сейчас мы ее увидим. Она совсем небольшая, но разумная. Она совсем как ручеек, небольшая. Посмотрите, как красиво и приятно ехать по такой дороге. В Белгородской области очень аккуратно, очень чисто и красиво. Выкрашенные бордюры в черно-белый. Очень ровные дороги. Как раз Пасха. Огромная круговая развязка с яйцом. Еду, все показываю, снимаю, комментирую. Так на меня смотрят, как на шпиона на какого-то. Да успокойтесь вы. Свой я, местный. Просто хочу показать друзьям, как выглядит Белгород сегодня, здесь и сейчас. Сегодня 6 мая 2024 года. Светит солнце. Ночью было несколько хлопков, сирены. Потихоньку люди начинают привыкать ко всему. К сожалению или к счастью, не знаю, но жизнь-то продолжается. Вот об этом моя песня. Вот об этом мои видео. Вот люди стоят на остановке, как ни в чем не было. Так что весна идет, весне дорога. Очень аккуратные домики напоминают таунхаусы.
и очень стильные, чем-то напоминают Европу. Раньше, когда над Белгородом еще летали самолеты, при подлете к Белгороду можно было увидеть это место. Оно хорошо видно свысока, особенно ночью. Это знаменитые белгородские теплицы, парники, целые комплексы, где выращивают зелень. Они светятся, они горят и создают такой особый ореол, особенно по ночам. Издали на горизонте видно свечение. Еще одна военная машина на пути к границе. Выезжаю за пределы разумного. Виднеется аквапарк. Кстати, этот аквапарк тоже построен благодаря участию Владимира Федоровича Зотова. Я подъезжаю к Ривьере. Живописнейшее место. У меня прическа теперь будет как у рокера. 20 километров на велосипеде у меня заняло в движении 45 минут. Это очень удачно, мне кажется, довольно быстро. А главное, с хорошим настроением и хорошей погодой. Смотрите, какая здесь красота, порядок, чистота. Конгресс-центр Ривьеры. Припаркуюсь прямо со стороны студии. Вот здесь у нас стоит орган. Сегодня здесь будут проходить уроки. И рядышком, обратите внимание, есть укрытие на случай ракетной опасности. Так что мы будем прямо из этой двери. Вот здесь орган. Если что, выбегать сюда. На набережной стоит очень красиво оформленное укрытие. К воде. Здесь пирс. Озеро называется Лазурное. Не знаю, сможет ли передать мой телефон этот цвет, но он действительно лазурный. Напомню, что слоган нашей студии органной музыки – это величие музыки в гармонии с природой. Вот такая природа здесь. Очень необычный репертуар. Эта музыка называется как? Gravity Falls. А что такое Gravity Falls? Это песня из мультика. Отлично, поехали. Ничего. Это, пожалуй, самое стильное укрытие в Белгородской области. Бетонная коробка облицована деревянными брусьями черного цвета. Бутылочки с водой. Ну а здесь наша органная студия. И завершили наши сегодняшние уроки. Сейчас закат, солнце только-только садится. Очень хорошая погода сегодня. Была воздушная тревога, хлопки были очень сильные. Сегодня прямо взрывали так. Сейчас посмотрю в телеграме, что это было. Потому что у нас стекла тряслись, не знаешь, куда упадет. Вот это чувство русской рулетки, конечно, очень сильно напрягает и пугает. Но никуда не денешься. Я вернулся в Белгород, город воинской славы. Новый мост построили через реку. Теперь на велосипеде можно проехать, очень удобно. Дорога без начала, без конца. Ну как, по ощущениям? Ну только...